Здорово, дружище. Больше не спрашивай меня, где видосы про пельмени. Потому что, как бы, вы их не особо смотрите, как я понимаю, и не особо ставите лайки. Ну, а для тех, кто первый раз попал на это видео, это бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля. Есть отдельный плейлист для него. Я надеюсь, что я, как бы, все видосы, посвященные данному аккаунту, я, короче, туда загрузил, ёпта! Вот, и все, нахер лайки, короче, плевать, не хотите ставить, не ставьте, не хотите смотреть, не смотрите, ёпта, пипец, как бы. Я, короче, все, типа, и вот я на последнем издыхании, ёпта, и не в плане пельменя, а вообще в плане битвы замков, ну, раз, типа, как бы, вот так вот, ладно. Это у нас отдельный разговор. Короче, у нас такое вот видео сегодня будет записываться спонтанное. Фишка заключается в том, что ёперный театр, смотри, два строителя у меня отдыхают. Вы думаете, о, князь распиздос, короче. Ему там надо здание быстро качать, он нихера не качает. Таблетку ему надо делать, он нихера не делает. Нет, конечно же, я распиздос, и от этого никуда не уйти. Но... нежданно, негаданно, причем даже не сегодня, а один день. Короче, когда у меня там стрим был по битве замков, тогда я обнаружил невероятнейший факт. То, что, елки-палки, наконец-то прокачалась у меня шестая, ёптая, подвеска, хотел сказать. Подвеска, таблетка. И мы ее вместе с вами возьмем сейчас вот так вот... Ну, я хотел сказать какое-то определение. Торжественно, вот, слово торжественно забыл. Вот мы ее торжественно сейчас строим. И через секунду достроится. Па-ба! Вот, это классно. Это классно. Сейчас мы ее... Вообще надо посмотреть, что у меня по уровням таблеток. Седьмая. Короче, смотри, уровень таблеток тоже очень важен, потому что по факту она там как бы дает там защиту, баф вашим героям, вот это вот все, да, и плюс радиус, и как говорится, чем больше уровень таблетки, тем лучше. И у нас уже шестая таблетка, это невероятно круто. Возможно, я мог, конечно, и раньше это все осуществить, да, если бы я там порой не распистосил, но... Но, ребята, подожди, сколько будет стоить? А, 36, давай все таблетки на 8 уровень. 36 самоцветов. Ну а чё, мы же бездонатный аккаунт, мы как бы, у нас самоцвет это бесконечное. Мы вообще можем себе ни в чем не отказывать, ёпта. А, тема видоса сегодня, шестая таблетка, хер его знает, что хочу делать. Но одного героя, просто антихайп, я сделаю первую эволюцию, потому что захотелось. И не тот герой, наверное, о котором вы думаете. Можете взять, поставить видео на паузу и такие написать, а вот какого героя я сейчас буду эволюционировать. А кто-то может догадается, потому что я давно уже чешу руки. Чешу руки, да, вот. Не потому что там волосы на руках растут, а вот просто вот, как бы хотелось. Так, ну-ка сюда заходим, все нормально. Вот с этими таблетками запутался. Девятая. А, вот восьмая. Давай улучшаем. Ну давай все до девятого уровня. Прикинь, сука, здание улучшается. Плюс одна единица силы добавляется. Просто невероятно. Спасибо. Ну, как бы силы много прибавляется. Ладно. Подожди, а давай сразу на десятый. Чё? Мы можем себе это позволить. Потому что мы красавчики. Давай, у нас сегодня праздничный выпуск. Ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, как для вас. Давай. Опа, завершить. Еще какая-то таблетка осталась. Да что ты, ну все, все. Ну, как бы яйца забрал. Бесит эти всплывающие херни. Так, десятый. О, здесь давай девятый. Опа, десятый. А хотя самоцветов, да, по факту мы так, ну, нормально потратили. И тут, давай, последняя таблетка на 10 уровень. Короче, посмотрим сегодня. Посмотрим, протестим. Так. Какого героя ставить? Ну вот, не знаю. А, ну слушай, можем поставить Космо. Можем поставить Космо этим составом, там, не знаю, пойти в подземки. Вот, но! 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 Сначала... Мы возьмем и сделаем эволюцию. Вы там написали в комментариях, какому герою я буду делать эволюцию? Тыкве.
Не спрашивайте, почему. Даже зачастую я ее сейчас да и не использую, даже в кошмарках. Но, как бы, сука, давно у меня руки чешутся. Вот. И как бы надо сделать. Вот. Хотя целая куча крутых героев, которые могут помочь мне сейчас больше, чем тыква, но тем не менее. А вдруг, может, в какой-нибудь подземочке я ее и поиспользую. Слушай. Ага. Че, у меня только одна тыква, что ли? Че, у меня только одна тыква? Подожди. Ну-ка, давай в халяву зайдем. Вообще, конечно, интересно, девки пляшут, тратят с выгодой. О, я там могу что-то получить, да? Потратить нужное количество самоцветов, получить соответствующую награду. О, божечки. Я уже даже там могу какие-то награды получить. Так, рубашка, рулетка удачи. Но это не та рулетка, да, которую я думаю. Ну да, тратить с выгодой. Так, ясно. Награда, создающая машину. Так, что у нас тут? О, видишь, я уже могу что-то собрать, да? Ну, как бы говно. Говно, конечно, редкостное. Типа, это никаким образом не мотивирует что-то собрать, супер набор. Так, ладно, с этим все понятно. Давай тут всех почтим своим вниманием. А, далее. Что я хотел сделать? Я вот что-то не понимаю. У меня что, реально только одна тыква, что ли? Нигде нету сраной, да, здесь нету тыквы. Здесь, значит, по сути, у меня только одна тыква где-то, да? А, стой, ну ее как бы тоже нету. Ладно, ваши подарки. Давай откроем подарки, но оттуда, не знаю, может выпадет какая-то карточка легендарная, откуда выпадет повторка тыквы. Ну что-то 20 тысяч кг, мне что-то жалко тратить, блядь. О, ну, сами видите картину, что как бы нет. Все достаточно грустно. Я еще такой думаю, вот сейчас зайду, открою ништяки на пельмени. И будет круто, там же у меня их много. А потом вспоминаю одну прискорбную вещь, что ништяков у меня вроде сейчас много на основном аккаунте. Ну, не так, чтобы много, но ресурсики подсобрать можно, да? Вот, потому что иногда, когда я открываю ваши ништяки при роллинге, типа там мои нервно курят в сторонке. Но как бы окей. Давай. Так, это мы закрываем. Потребляемое. Давай так. Здесь делаем вот так вот. Тут делаем вот так вот. Тут делаем вот так вот. Вот так вот делаем. Это мы тоже расчехляем. Места нужны, а то я что-то самоцветы тоже тратил, покупал места. Так, окей. Вот это можно расчехлить. В принципе, как бы все. Окей, подожди-ка. Ну давай. Эволюция, иди сюда. Эволюционировать тыкву. Так, кагашки. Апарапапап. Можете меня поздравить. Ну, тут как бы вообще хорошо еще просвет ей. Ну, как бы тут всем хорошо бы просвет прокачать. Ей вообще эмблема оживы нужна. У меня как бы вообще ни хера нету. У меня с эмблемами оживы. Короче, надо все-таки в королевскую битву идти, хотя бы какие-то оживы собирать. Потому что так, конечно, ситуевина очень грустная. Так, ну давай сменить. Скорость выпала. Так, 300 самоцветов заработали. Так, у нас тыква первая эволюция. Значит, мы сейчас берем и качаем уровень без каких-либо проблем. Чего-чего, а книжек мне хватает. Так, какой там уровень? 180, наверное, да, и долбим. Так, у меня все герои с эволюцией, они 180 уровня. Так, дальше. Ну, как бы тыкву надо качнуть, чуть-чуть хпшечки добавятся, плюс аугментация, да, про нее не забываем. Как бы давай всех высаживаем. Да, надо только не забыть про этот, про... Ой-ой-ой-ой, героев-то убивать начинает. Про невероятнейшие флажки. Так, вот они. Давай, полетели. Окей. Та-пара-па-па-пара-па-пап. Давай. Опа. Так, ого. Окей. Так, все, долбит нас. Ну и мы долбим. Мы сейчас с космо, на самом деле, мы можем быстрее брать.
и фармить, грубо говоря, золотишко, да ману, да вообще ресурсики, сари, бац, и, грубо говоря, почти все забрали. И мы с вами молодцы, друзья, мы счастливы, как в доме 2. Вот, у нас, правда, тут дом 3. Так, давай. Руны про... А, стой. Ну, хотя, подожди, просвет как бы я... Тут у меня очередь из героев, да, по просвету. У меня следующий идет Фрэнки, потому как бы его добим. Ну, а что? Ну, тыковка, ты уж извини. Улучшить навык, добавить опыта, и у нас будет 180 уровень. Ну, и смотри, прям красота она даже... Она даже вперед ушла. Но опять же, друзья, теперь нам надо сделать снаряжение, аугментацию. Тут давай сразу долбанем, чтобы нам хватило. Улучшить, улучшаем. Вот, все будет хорошо. Так, все. И опять повторок, конечно, нету, но здесь нам не жалко. Добра. Это берем. Так, аугментация. Смотри, я аугментирую, они все равно мне там этот, господи, сука, говно предлагают купить. Так, здесь за 2000 мы открыли. Слушай. Вообще, как бы ей там это на скорость надо, да? Пока вот так вот сделаю. Ну, коробок у нас тут много. Ну, или на хпшку. Слушай, вот я не знаю, работает это, не работает сейчас. Необузданная ярость, что ли, называется. Талант на скорость. Чтоб, типа, быстрее разгонялось. Но если учесть тот факт, что мы, как бы, там без доната играем, может быть, даже будет получше что-нибудь там на здоровье. Там, священный огонь какой-нибудь. Или... Хотя... Вот, ну, то есть, священный суд. Ну, давай пока так. Потом я посмотрю на нее и потом уже подумаю. Конечно, что мы будем ей собирать? Уклон. Так, у нас 11 тысяч самоцветов. Мы тут не разгуляемся. Хер сейчас этот уклон упадет, хотя бы на четвертый упал. Давай дальше. И все, и как бы второй. Ну, второй как бы не особо котируется, да? Даже на бездонатном аккаунте. Атака. 2/5 атаки выпало. Это такая, о, еще четвертый уклон, крит удар, атака, крит сопротивление. Ну давай, можем еще себе позволить. Воу! Воу, ребята, 2/5 уклона выпало. Господи, что за чудеса? Я такого и не помню. Ёперный ты театр. Давай тут пару раз тогда по 450 жмякнем. Воу! Вы посмотрите, просто это мечта. Ребята, это просто мечта. Господи, удача, уровень, бог. А здесь еще 5-й уклон выбить за 5 карточек. И как бы вообще шикарно будет. Вот, конечно, половина не видите картинок. Но вы могли заметить, да, что особо не падает. Ну давай, пожалуйста, 4-й или 5-й уклон. По-братски. Оу! Да! Еще атака 5-я. Ну ладно, пипец, почти все пятерки. Это вы... Я даже не могу описать свою радость, друзья. Ну ладно, пошел Фрэнки в одно место. Да, мы сейчас затестим все это дело. Подожди-ка. Мы там что-то не могли пройти, да? Мы не могли пройти в этой жизни. Да, у нас где-то были проблемы. Сейчас всех разнесем. Вот только видишь, в чем... Да, оживы нету. Ей ожива, блядь, нужна. Может, на ком-то у меня стоит эта ожива. Где-то она может стоять. Слушай, ну у меня что-то было связанное с оживой. Да, ёпта. Да, короче, надо фармить. Надо фармить. Как бы мне не хотелось, как бы это странно не было, но надо фармить. Я сейчас... А, ну хотя бы каменную кожу могу одеть. Подожди, у меня, может, есть 5-я эмблема получше. 6-ю я одеть не могу, да. Надеть, одеть. Как правильно? Может, я еще воодушевление всунуть? Чтоб вообще, Вася... Хотя у нее и так 10-ка. Тут 8-ка. Да я не знаю, будет она быстрее, не будет.
Ну, типа, пока застань. Ну, давай, пускай бегает с воодушевлением. Чё? А, судьба. Кстати, о девочках, да? Судьбу надо прокачать, потому что без нее никуда. Золото у меня не осталось. Но у меня есть, ребята, супер Тима, благодаря которой я очень быстро нафармлю золотишко. Я просто себе буду ни в чем не отказывать. Так. Ну и чё, давай там. Феня, включись уже. Ну не вражеский же Феня-то, а? Смотрите, как у меня тыква на самом деле быстро отлетела. Да, уклончики, хероклончики, но как бы отсутствие прорыва второй эволюции делает свое дело. Ну, как бы все равно нормально. Она ж нам не для рейдов нужна. Она ж нам нужна не для рейдов, друзья. Так, тут у нас что? 600. Давай вот так вот. Е-бой. Нормально. Идем дальше. Так, и давай дальше. О, пустая база. Божечки. Какая радость. Ёлки-палки. Еще там целая куча ресов. Прям вообще хорошо. Нормально, все, пошли судьбу качать. И благодаря нее мы можем и, наверное, другим героям тоже судьбу прокачивать. Но это, может, потом я как-нибудь на стриме займусь. Снова золота не хватает. Еще у нее, слушай, по судьбе у нее вроде бы не так уж все и плохо. А, так, про ману тоже не забываем. Иди сюда, кусок говна. Так, это все быстро закончилось. Надо еще здание. Вот сейчас можно уже нормально золотые шахты херачить. Все можно херачить. Вообще мне уже надоело это все дело фармить. Это надо делать на стриме. Потому что так мне, конечно, скучно. А, подожди. А что я про своего Феню вспоминаю? Типа, я такой, Феня, включись. А у меня же Феня-то не прокачан. Я его и нигде не использую, да? Потому что, ну, как бы он не прокачан еще. Его пора бы уже прокачать. Я такой, Феня, включись, да? Но включается вражеский. Почему-то мне в голову зашло, что у меня, типа, есть Феникс. Прикиньте, как оно бывает. Да, что-то как-то плохо фармится. Слушай, ну и ладно, потом на стриме докачаю уже судьбу всем. А, кошмарные, кошмарные, кошмарные. Так, пятая. Слушай, пятая у нас же тоже пройдена. Вот шестой у нас вроде было все грустно. Ну-ка, давай посмотрим. Да, здесь у меня не получалось пройти. Я думаю, надо начинать откуда-то отсюда. Вот как-то так вот. Ну, главное, чтобы... Я хотел сказать, чтоб... Главное! Главное, понимаете, чтоб тыква не отлетала, я хотел сказать, да? Ну и вы сами увидели, что произошло. А пока что вообще как бы сраных 7% набил. То есть, да, с бафферами у нас пока все грустно. Ну, героев-то мы вырубим. Да, но тут... Хотя, ну, наверное, каменную кожу поставлю таки. Ой, Анубиса крушат. Ну, героев уже все, почти не осталось. Не, ну, Космо тут должен зарешать. 30%. На 50% мы по-любому пройдем. Что-то некроз достаточно маленький урон наносит. Надо, чтобы Космо не тупил, включался. Вот. Вот. А, правда, у него урона как бы не особо хватает, да? Видите, что он там еле-еле эти здания выносит. Что будет дальше? Вообще непонятно. Но как бы нормально. Нормально. Мы, в принципе, даже укладываемся в график. По идее, должны успеть. По идее, должны успеть все здания разломать и на 100% пройти. Но от, как бы от тыквы вы видите, что толку мало. Ну и я бы вам не сказал, что я много ресурсов на нее потратил. Уклон достался просто копеечный. Знаешь, реально, попал на скидки дядюшки рандома. Так, ну и что, 88%. Давай тут. Конечно, надо было ближе ударить, но мы за 2 минуты справимся.
Вообще по красоте, друзья. Да, как бы. И тут это даже не показатель, да, шестой таблетки или еще что. Ладно, давай. Алтарь героев. Снаряжение, руны снять. Да, тут надо все-таки. А, просветик решает, да, видишь, из-за отсутствия просветика не могу ничего нормального ему поставить. Ну ладно, сейчас бы даже священный огонь поставил бы, и то было бы лучше. Давай посмотрим следующую кошмарку. Ой, ну тут вообще, по идее, легко должно быть. Посмотрим, тыква разгонится хоть как-то, где-то, что-то, зачем-то, почему-то. Сначала я постоянно боялся, что будет отлетать именно космо. Вот, теперь боюсь, что будет отлетать тыква. О, ну, какой-то разгончик даже пошел. Какой-то разгончик пошел. Насколько это возможно? Ну, тыква, знаешь, она не успевает нормально разгоняться. Так, потому что то ее застанет, то еще что-то сделают. Но, тем не менее, если ее не врубает, ты просто тупо можешь эти кошмарки проходить быстрее. Так, что у нас тут осталось? Да, в принципе-то ничего. Но сейчас мы пойдем в другое место, где у нас, возможно, будут проблемы. А может быть и нет. Что-то, о, злые башни, да, ни тыквы, ни космы даже не решают тут. Станет, суки, не по-детски. Там. Все, соточка. Ну, я думаю, что вот эту вот всю херобору пройдем потом. Без проблем, давай, древние испытания. Испытание. Ага. Подожди, мы здесь кого? Некроса пытались или что? Я не помню. Ох ты, ёптую седну сразу. Тыква, держись. Фрэнки отлетел, но тыква жива. Пока что. И вроде даже как-то разгоняются. Но тут, как вы помните, у меня вообще все жестко было. О, вот теперь тыкву убрали. Вообще некроз должен был бы об отражении ухлопываться по-хорошему. Еще некроза не пробиваем. Да-да-да, надо качать героев. И у нас, смотри, у нас все меньше и меньше героев. Это некросы просто по нулям. Блять, тыкву убили. У нас же еда и выражая до сих пор нету. Ну, что-то герои вроде держатся, но видишь, тут некроз спадла. Все, мне осталось 3 героя. Его надо еще постараться убить. Звон сейчас Анубис Анубис, да, сейчас шатает Анубис. Кто-то за него взялся жестко. И вот остались у меня 2 самых таких жестких, сильных героя, точнее один. Некроса тоже вырубили. Моего. А вражеского не вырубили. Слушай, может, смотри, может, Фрей ему сейчас даст Кузькину мать, смотри, она как его. Опа! 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 Все, некроса вырубила. А здесь кого она вырубить не может? Ее еще накоцывают нихерово. Все, вырубила. Живи, дурочка. Да, мы прошли, и это конечно, удивительно. Это, конечно, ребят, удивительно. Но здесь прямо у нас даже по фракциям нормально все получается. Ну, конечно, да, эти сразу без эволюции герои отлетают. Ой, как хорошо. Космо долбанул. Тыковка, дай побольше бафов, пожалуйста. Космо врубили, тыква еще жива, на удивление. Но здесь, походу, мы тоже не пройдем. Я помню, раньше, конечно, мучились, там выманивали что-то, но сейчас-то... Игра поменялась, хочется просто лениво взять и выпустить всю кучу героев и не париться. Ну, конечно, это у меня не получается. Да уж. Ну вот, некроз остался. Не, ну сейчас не пройдем. Фрейю почти загрызли. Фрейю почти загрызли. Воу! Фрейю загрызли быстрее, чем некроза. Сейчас как бы и некроса загрызут, но тут я, наверное, по-любому не успею. Все герои тут говно, по сути, осталось-то. А с чем это у некроса проблемы? Кого он там так упорно долбит?
И убить, причем самое, знаешь, обидное, то, что убить не может. Ой, как отхилы приходят. Ладно. А, так, давай. Да. Ну, короче, ладно, вот такое вот видео. Можете поздравить меня, ребята, с 6-й, елки-палки, наконец, с таблеткой. Пожелаю вам, ребятушки, огромнейшей удачи. Всех, грубо говоря, целую. И всем пока.